12 июня, День России. Поздравляю всех с Днем России! Утром был дождь, но сейчас действительно облачка ушли, тучи ушли, у нас солнце. Я действительно всем желаю хорошего белого пробега. Курортный район — это спорт, курортный район — это экология. И в День России, посвященный этому дню, Дню России, мы сегодня осуществляем велопробег из Зеленогорска в Сестрорецк, больше 20 километров. Всем сил, здоровья и добра. Добрый бой! Всех с праздником, с Днем России, отличный велозаезд, Зеленогорск, Сестрорецк, солнышко, летняя погода, в общем, очень-очень классно, всех с праздником, всем здоровья, до новых встреч!